Сегодня второй день Mercedes-Benz Fashion Week, а это значит, что новый день подарит нам новые эмоции. Сегодня мы узнаем, какому из брендов поклоняются гости. А также побываем на показе бренда Femme de Mars, что в переводе означает «женщины с Марса». Как вам обстановка? Прекрасная атмосфера. Атмосфера чудесная, первый раз, мне все очень нравится. Тут очень много людей. Ну а так мне все нравится. What are you doing there? Why have you come there? I've come to check out all the amazing Russian designers. Who is your favorite designer? Bakhtin, I think is the name. Very impressive stuff. Very excited to work with him, yeah. Если бы люди молились на бренды, то какого бога вы бы выбрали? Kanye West. Azviga. Сейчас я вам скажу, у меня он не один. MVM, Balenciaga, Palm Angels. Пока так, это мои фавориты на сегодняшний день. Мне очень нравится Dolce & Gabbana, потому что Dolce & Gabbana и так выглядит как икона. Поэтому если молиться на Dolce & Gabbana. Я бы выбрал бога Versace. Наверное, Off-White. Louis Vuitton, однозначно. Скажи, если бы это был не Mercedes Fashion Week, а Lada Fashion Week, ты бы пришел? Если организация была бы подобная, то почему нет? Так что давайте Lada Fashion Week подтягивайтесь. На самом деле, название не особо имеет значение. Главное — атмосфера, которая здесь царит. Главное — люди. И главное — то, что происходит здесь и сейчас. Я бы пришел и привел еще 20 друзей. Я бы пришел посмотреть на Волчка, Спутника, Кудрет и остальные бренды. Какая вещь в твоем гардеробе самая модная? Самая модная, как я считаю, ботиночки от Philip Lyon, которые я оставил, к сожалению, дома, но они очень красивые. А можно ли встретить в Якутске людей, которые одеты так вы, или только по праздникам? Скорее нет, чем да, конечно же. Это якутский национальный, точнее, более стилизованный такой этнический костюм, вот, и мы его носим, наверное, да, в праздники. Скажи, вот что у тебя за образ, что за показ был? На самом деле у меня довольно необычный образ, учитывая то, что в принципе показ, он отражает, по сути, детский сад, то есть тематику детского сада. Что случилось на показе? Что? На показе случился фурор. Вы можете наблюдать мой лук. Юлия Далакян, SS20. Ну что ж, мы, к сожалению, на репетиции репетировали только в каблуках, поэтому юбочка чуть-чуть кокетливо развивалась где-то не там. В общем, я иду, пытаюсь ее как-то выдернуть, чтобы это смотрелось корректно на подиуме, но, к сожалению, не получилось. Расскажи, как вообще эмоции после выступления, как публика встретила? Публика всегда классная, я очень рада. Я всегда благодарна людям, которые слушают и хлопают, и вообще есть. Очень рада. Расскажи, что вот в ближайшее время ждет твоих поклонников. О боже, столько всего, целый пакет, all inclusive вообще. А их ждет прежде всего новый сингл, который я сегодня представила на Mercedes-Benz Fashion Week. Он называется «Карусель». И также в этот же день, 5 ноября, выйдет видео, которое я сопродюсировала, сорежиссировала, в общем, делала все с крутыми ребятами, все из моей головы. Идет на самом деле офигенный блог об искусстве, не о компьютерных играх, как может показаться вот по его болтовне, а именно о настоящем искусстве. Он встречается с художниками, с разными интересными людьми. Называется он «Арт-патруль». А это был второй день Mercedes-Benz Fashion Week. А впереди нас ждут еще 3 ярких дня.